Здравствуйте, друзья. Пишет мне наш зритель, говорит: Михаил, вот вы говорили, что президент Обама не оправдал надежды избирателей. А чем именно он их не оправдал и что он должен был сделать, чтобы оправдать? Я, честно говоря, не помню, чтобы я вот в таких терминах мог сказать, что вот не оправдал надежды. Я могу сказать, что он разочаровал многих, потому что они намечтали себе что-то. Он, когда первый раз вот баллотировался, он говорил, что перемены будут, но какие перемены, он отказывался уточнить. Понимаете, потому что если бы люди знали сразу, какие это будут перемены, многие бы сказали, нам таких перемен не нужно. Или нам это неинтересно, там, или что-то. Но он говорил, change, там, какой change, вот такой change, самый главный change, вы чего, это самое. Ну и в итоге получилось, знаете, вот есть такой анекдот, я вспомнил, пока рассказывал. Когда строили БАМ, вот эту Байкало-Амурскую магистраль, это была большая не только экономическая, но и политическая акция. То есть все телевизионные новости начинались с БАМа. Вот как сегодня, допустим, там про Украину, вот так, значит, тогда было про БАМ. И вот этот БАМ, уже замучили там, все мозги прокомпостировали людям. И вот на предприятии лекция, приходит лектор из общества знания и рассказывает про БАМ, говорит, БАМ — это стройка века, БАМ — это комсомольская стройка, молодежь всей страны, да-да-да, БАМ. И там человек руку тянет и говорит, скажите, говорит, товарищ, а вот дорога сама вот эта, ну, железная, она там одноколейная будет или двухколейная? Тот говорит, товарищи, да БАМ, это стройка века, это молодежь всей страны, это мировая общественность наблюдает. Это, в общем, не отвечает на вопрос. После лекции этот вопрошавший так подходит и там в коридоре говорит, я, говорит, подумал, может, вы не хотите при всех, так может, вы мне так скажете. Он говорит, ты понимаешь, мужик, нет ответа на вопрос. Говорит, сейчас самый ответственный момент. Сейчас тоннель пробивают в громадной горе, пробивают тоннель, с двух сторон пробивают. Если сойдется, будет одноколейная, если разойдется, будет двухколейная. Вот это примерно та ситуация, в которой оказался Обама, понимаете? То есть он обещал какой-то change, там бам, шмам, сейчас change, такой change, и все ждали change. А дальше у него популярность вот была что-то типа 85% на момент выборов. Или, точнее так, сразу после выборов у него рейтинг был там типа 85%, как у некоторых тоже. А прошло буквально, ну, я не знаю, там, пару-тройку недель, и уже там сильно упало. Потому что люди хотели такой change, знаете, который не только кардинальный, но вот прямо сейчас. Вот заступил на должность, давай change. А тут же еще что произошло? Обама, у него были большие планы по расходованию государственных средств. Он на эти деньги норовил и тут, и там. Вот. А тут кризис. Понимаете, так его избрать-то его избрали, а тут кризис, причем жуткий кризис, нехороший такой, в финансовой системе, и безработица, и все дела, и нету денег, понимаете, мимо бабок. А как же ты без бабок и change? Ну, поэтому так вот он и разочаровал. Но я хочу сказать, что абсолютно любой президент Соединенных Штатов обязательно должен разочаровать свой электорат, потому что все-таки президент, он хоть и выдвигается одной партией, да, но все-таки он президент всей страны, поэтому он должен проводить такие решения, которые, может быть, даже и не нравятся его собственному электорату, но все-таки есть еще и другие люди тоже, и деваться некуда. Есть международные партнеры, есть там кризисы, знаете, где финансовые, где там нефтяные, да, где военные, где еще чего. То есть есть масса непопулярных вещей, которые ему приходится делать. И что бы он ни делал, всегда будет кто-то, кто недоволен. Ты не можешь делать что-то, чтобы были довольны сразу все. Так что, рассматривая там деятельность Обамы, там, или, я не знаю, там, любого другого президента, значит, они не могут всех людей держать довольными. Для того, чтобы значительное большинство было довольным, значительное большинство, они должны позабыть о разнообразии своих интересов. Они должны одним интересом жить, например, там, победить в войне, знаете,
Вот когда речь идет о том, чтобы победить в войне, да, уже все остальное забыли. И вот каждый день там, значит, утро начинается с того, с просмотра сводок там на фронтах. Вот, поэтому это вот путь такой, да, значит, привести. Но опять, здесь нет так легко манипулируемой прессы, понимаете, как вот где-то еще. И здесь очень разнообразный экономический интерес присутствует. То есть, помимо, скажем, нефтяного там сегмента там, или газового, да, все-таки присутствует и там машиностроение мощнейшее, и оборонка, и космос, и софтвер, и технологии всех мыслимых, немыслимых направлений и так далее. Поэтому надо, чтобы все были более-менее в порядке, понимаете? Пренебречь кем-то можно, опять, если экстремальные обстоятельства, и они тебя вынуждают, а если нет экстремальных, тогда как? Поэтому они, конечно, не могут держать всех в состоянии, так сказать, перманентного счастья. Вот, когда интересов много, когда они конфликтуют, когда надо искать компромиссы, а есть люди бескомпромиссные, а есть люди, наоборот, такие компромиссные, что мать родную там на 3 копейки обменяют. И вот это все начинается и закручивается. Вот. Плюс политиканство к этому добавляется, да, то есть есть люди, которые говорят не потому что что-то, а потому что надо что-то сказать, и обязательно быть в оппозиции, и обязательно с умным лицом, и кулаком в грудь стукнуть, в надежде, что кто-то захочет тебя слушать, хотя сейчас, конечно, с этим сложнее становится. Так много средств массовой информации, так все это расползлось по интернетам, по ютубам, по всем делам, что уже негде стукнуть себя кулаком, чтобы вся страна тебя услышала. Понимаете, стучишь в грудь, стучишь, никто тебя не слышит. Вот ведь жжж, что происходит. Вот вы меня сейчас слушаете, а в это время могли бы слушать кого-то, кто стучит кулаком в грудь. И все, и не дослушали. Тут еще один вопрос мне написали, я уж так заодно здесь отвечу. Говорят, вот президент Обама провел пресс-конференцию там с YouTube-блогерами. И там ссылку мне дали. Я даже смотреть не стал, ничего, мне какой-то Обама, но с блогерами он там... Какой бы вопрос вы, говорит, задали Обаме, если бы вот имели возможность задать вопросы Обаме? Я бы ничего не стал спрашивать у Обамы и не пошел бы. И хрен мне там делать с Обамой встречаться. Я лучше вот с вами встречусь и там что-нибудь расскажу. Или там полезного, или забавного, или так развлекательного что-нибудь. Ну что ж я Обаму буду спрашивать? А что за радость такая Обаму что-то спрашивать? У меня мальчик работал, я был менеджером по тестированию в конторе в одной. И там был пацан, ну я не знаю, лет 20. Там много таких было детворы. И вот, значит, и он говорит, как я мечтаю работать в Microsoft. А это было, знаете, годом, ну, что-нибудь 95-й, 6-й, вот такого плана. Давно. И Microsoft тогда был, это вот, это было больше, чем Google там, и все они вместе взяты, и Apple там вместе сегодня. Понимаете, это, Microsoft это было просто все. И вот, и он говорит, как я мечтаю работать в Microsoft. Я, молоденький мальчик, и у него и специальности толком нет, и образования толком нет. И я говорю, а почему? Вот, что там такое? Американский мальчишка. И он говорит, представляешь, говорит, вот иду я по коридору, а навстречу идет мистер Гейтс. И я ему говорю, доброе утро, мистер Гейтс. Знаешь, и он такой счастливый, вот так он выглядит. И я думаю, ну что я вот там скажу? Доброе утро, мистер Обама, там, спасибо, что вы пришли сюда, как я рад, что мы с вами дышим одним воздухом. Я даже не знаю. Есть такой анекдот, как старый-старый, я не боюсь соврать, там, начало 70-х, как к Полу Маккартни подходит там, ну, какой-то парень и говорит, дает ему 100-фунтовую бумажку и говорит, Пол, пожалуйста, после концерта там будешь выходить, когда через артистический там выход, я с девушкой там буду. Ты мне так рукой помаши, скажи, привет, Билли, да? И все. Ну, тот посмеялся, взял у него 100-фунтовую бумажку.
и, значит, в назначенное время, в назначенном месте стоит этот Билли там с девушкой. Вот. И тут выходит Пол Маккартни, и Пол Маккартни так радостно ему машет рукой и говорит: «Эй, Билли, привет!» А Билли поворачивается и говорит: «Да пошел ты нахрен, Пол Маккартни!» Вот. И, значит, ну, и, значит, я говорю: «Так я что должен был там сказать? Вот, задайте вопрос Обаме. Так, блогер из Кремниевой долины Михаил Портнов, значит, просим ваш вопрос». А я ему говорю: «Да пошел ты нахрен!» Там, понимаете, ну, то есть можно много разных ситуаций, но мне там нечего делать. И мне совершенно нечего спросить у президента Обамы. И я думаю, вся прелесть ситуации состоит в том, что вот ему до меня дела нет, и мне до него дела нет. И всем нам, в общем-то, хорошо. Вот, поэтому дай бог, чтобы никому из нас не хотелось ничего спрашивать у президентов, а чтобы все, что нам надо по жизни, мы могли бы сами пойти и сделать, и, в общем, ни от кого не зависеть и не испытывать вот этого немого обожания. Там президент, господа Чичиков, господа, вот, значит, нет такого нет. Я думаю, что и Обаме бы это тоже не понравилось. Вот, во-первых, он привык уже, во-вторых, они его достали все с этим выражением пиетета. Вот, поэтому я думаю, что лучшее, что я мог сделать для укрепления отношений с нашим президентом, это не ходить ни на какие мероприятия, при том, что меня, собственно, никто и не приглашал. Да, вот. Если будут отдельно собирать там русских блогеров, там, ну, это мы и сами соберемся, что нам Обам. Вот я сейчас все жду, я вам рассказывал, у нас конкурс, вот скоро мы итоги подведем. Значит, приезжает блогерша, прилетает, как мы с вами выясняем, и в понедельник, не в понедельник, в воскресенье, 1 февраля, узнаем, кто это. Но вот когда мы с Ириной Мамсын записывали там пару сюжетиков, я хочу сказать, что в этом есть известный кайф. Потому что когда мы просто, ну, людей там снимаем, интервьюируем, видео делаем, есть такие, знаете, игруньи, артистичный есть народ, есть просто такой вполне адекватный. Вот. Но когда ты с блогером вместе делаешь какой-то сюжет, мне это напоминает, вот как артисты там на сцену выходят, знаете, и они оба артисты, и они оба играют на публику, но у них при этом какое-то общение такое происходит, взаимное, знаете, они общаются. Вот. Потому что когда вот я один с вами разговариваю, я как бы вот там театр одного актера, и там цирк. Вот, значит, а когда двое, и мы, не сговариваясь, там что-то такое понимаем, и друг другу как бы наигрываем, подыгрываем, там как-то прикалываемся, вот. И это, может быть, даже и незаметно со стороны, а может и заметно, или там не каждому заметно, но в этом есть какой-то свой кайф. Я вот сейчас поэтому думаю, сейчас прилетит блогерша, и мы с ней будем вместе там что-нибудь такое отчебучивать. У меня появится театр там из двух актеров. Вот. Так что, а еще к нам обещал подъехать так, как бы на местность Юра Мельников. Так что, может, мы еще и с Юрой что-нибудь запишем. Вообще, в этом есть кайф, ребят. Вы когда смотрите на разных блогеров, как они вместе что-то делают, вы должны понимать, что это кайф. Это некоторые говорят: вот там Мамсын поехала, там, и у нее с 5000 подписчиков стало 6 там за неделю. Наверное, это тоже неплохо. Но, с другой стороны, я вам скажу, что 1000 подписчиков, в смысле, там, денег это не дает никаких. Она же потратилась, представляете, вот на машине мотаться, там, 10 часов в одну сторону, 10 часов в другую сторону и так далее. Это расход, и это никак не окупается вот ни подписчиками, ни трафиком, ни этими там 3 копейками, которые там YouTube платит, честное слово. В этом есть свой фан. Поэтому вы когда видите, вы имеете в виду, что народ вместе собирается и прикалывается. И балдеет с этого дела тоже, потому что в этом что-то есть. Вот я хотел рассказать. Поделиться хотел. Так что я даже думаю, вот мы такой сюжет, может быть, там назвать его «Параллельная реальность». Вот когда там два блогера рассказывают об одном и том, что там с двух разных камер и двух разных там точек зрения. Вот у нас как бы такая будет своя параллельная реальность, там, Кремниевой долины. Что-нибудь мы придумаем. Ну что же, сегодня пятница. Я повесил сюжет про стройку.
там уже стало так серьезно. Вот 3 недели прошло, и очень-очень серьезно все это выглядит. Я надеюсь, что еще 3 месяца, и мы, наверное, там будем жить уже, заселимся туда. Весь проект должен был занять примерно 4 месяца. Но на самом деле никто не знает, потому что когда до отделки доходит, там могут быть какие-то задержки и с материалами, и с переделками. Бывает, что-то сделали, а потом говорят, нет, это не то, надо переделать там, и так далее. Отделка – это самый такой ответственный момент, где много чего происходит. А сейчас такая битва идет более-менее прямолинейная такая. Там. Яму откопали, там, бетоном залили, там, опалубку, туда-сюда, это так как-то простенько все. Вот, а когда начинается с отделки, там сразу много векторов, и это в параллель все. В общем, много всего впереди. А сегодня вот я поработаю. А видите, справа, кстати, вот там большое здание строится. Это, по-моему, многоквартирный дом. Кондо или там что-то. Вот видите, здесь тоже вот они так из досок и фанерки. Вот так у нас строят. Вот смотрите. Я надеюсь, что вам видно что-то. Вот. Так что, ребята, задавайте вопросы. Кстати, я думаю так, когда мы блогер Шу в аэропорту встретим, и будет известно, что за человек, мы тогда прямо под этим видео со встречей, я вас попрошу вопросы писать к блогеру, к нам обоим, может быть, там еще что-то. Какие-то мысли должны возникнуть у вас. В общем, а мы будем вас веселить. Вот. Желательно не мешая блогерше учиться. Потому что, знаете, как бывает, как начнешь тут с камерой бегать, и уже не до занятий. Но мы этого не допустим. Вот. Мы лицом в грязь ударить не можем. Приехала блогерша, должна работать, правильно. Вот, за всем понаблюдаем, как за стройкой нашей. Вот у нас будет такой сюжет, как, можно сказать, строится человеческая судьба. Перестраивается, или так, достраивается. Да, тут бедрум достраивается, а там профессия достраивается. Вот мы за этим тоже понаблюдаем. В параллельной реальности. Все, ребята, счастливо. Я тут натрепал с 3 короба и приехал на работу. А зато не скучно, видите. Может, и вам тоже интересно послушать. Когда делать нечего, там чайком, кофейком, с бутербродиком. Я знаю, многие нас так смотрят, когда что-нибудь там бутерброд возьмут с чаем, сядут к телевизору и смотрят. Вот, поэтому я вас развлекаю таким долгосрочным сюжетом. Все. Счастливо!